Добрый вечер, уважаемые друзья. На встрече британского спортсмена. Француз проигрывает на тайбрейке 4-2-4. Забивает 3-4. По ходу этого тайбрейка у британца было 3-0. Потом отпустил на 3-2, 4-2 на переход. И вот сейчас француз при счете 3-4 подает на тайбрейке. Какой сет, не могу сказать, но уже не первый точно. Не проходит у француза первая подача. А вот там километровый. Очень интересный матч. Два игрока, причем британец. Сегодня сыграл уже две встречи. Это для него вторая встреча. Аут. Три-пять на тайбрейке. 3-5. Судороги свели. Вполне возможно, потому что парень сегодня играет. Нельзя сказать, что первая была прогулочной. У нас есть материал, который показан. И вот сейчас, причем оба юноши левши. Нужно обратить внимание, оба юноши левши. Вторая ошибка британца. Отдает два мяча по 5 на тайбрейке. Два мяча легких отдал. Идет подача. Неужели действительно судорога? Очень драматичное развитие. Вторую вкручивает. Француз сажает его. Уже француз ведет 6-5 на тайбрейке и будет... Подождите, господа, какой счет-то? А, 6-5. И вот уже с отбола француз. Очень драматичное развитие событий. Француз укоротил. Британец знал, что тот будет укорачивать. Дошел, все правильно делал, но не смог перебросить сетку. Да. Короткий мяч. Француз держит. Что творится, друзья? Это просто фантастика. Резак сбрасывает. Что творится? Ошибается британец. И... драматично заканчивается матч. Какой ужас. Какой ужас. Британец еще на тайбрейке 3-5. Потом было 5-3. И с этого счета он проиграл тайбрейк. Но видимо, что у него все-таки... свело судорогой ногу.
Время 16 часов 21 минута. Хороший британец проиграл тарбрейка, но мы думаем, что он еще как лаки лузер вполне имеет шанс попасть в турнир и восстановиться до завтрашней игры.